President Vladimir Putin appeared at a huge patriotic rally in Moscow on Friday, marking the 8th anniversary of the annexation of the Crimean Peninsula. He told the tens of thousands of people gathered at a stadium that Russians have not had unity like this for a long time. Putin also praised the Russian military for its action in Ukraine. The Russian state television cut off President Vladimir Putin's speech mid-sentence as he was addressing tens and thousands of supporters at that event. The Russian state television is tightly controlled and such interruptions are highly unusual. The Kremlin later said that the broadcast was interrupted due to technical problems on the server, and 10 minutes later, the state television replayed Putin's speech from the start up to the finish mark before he walked off stage. Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, и которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу. Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистам и крайним националистам. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучше тому подтверждение. Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Такого единения у нас давно не было.